Центаур Варана. История. Говорят, что жизненный путь кентавра вымощен телами павших. Если это так, то для кентавра по имени Варанр этот путь был действительно длинным. Многие чужестранцы, повстречав четырехногих воинов из кланов Дроуда, зачастую ошибочно принимают их за простоватых громил. У их языка нет письменной формы, культура бедна на графические символы, в музыке нет четкой структуры, а в религии – строгих правил и ДГМ. У кентавров лучшее проявление своих мыслей и чувств – это битва. Это самовыражение в чистом виде. И если убийство среди кентавров считается искусством, то самый талантливый из их творцов – Брэд Эводин. Свою несокрушимую мощь он взрастил на землях Амикса, на древней арене, где тысячелетиями кланы кентавров собирались, чтобы провести гладиаторские церемонии. И чем дальше распространялась слава о нем, тем все больше зрителей со всего света прибывали, чтобы увидеть великого кентавра в действии. Всегда выходя на арену первым и уходя последним, он создавал шедевры каждым брызгом крови, каждым взмахом лезвия. Такова его поэзия крови и стали, сложный узор на бледных песках войны. Уаранр побеждал до тех пор, пока арена не взрывалась выкриками его имени, он стал непобедимым чемпионом. Ему был вручен великий пояс Амикса, но в победе ощущалась лишь пустота. Каков же воин без постоянного вызова? Великий кентавр ускакал из Амикса в тот же день с новой целью. Для своего народа Уаранр – это величайший воин, который ступал на арену. Теперь Уаранр стремится доказать, что он – лучший воин, когда-либо живший.